поздравляю с выходом в следующую стадию. Это было круто, конечно. За счет чего удалось победить соперника? Ну, из-за того, что мы начали нормально тренироваться всей командой, хорошо отыграли в защите. Очень понравилось, как играл Даниил Сорокин, Артем Титко. Все сегодня молодцы. Жалко, конечно, что Сергей Макнайт удалили за 5-й фол. Но бывает и такое в жизни. Успех. Спасибо.